Так, 24 декабря, 18 год, Харьков, 15:11 по Киеву. Предновогодний Харьков. А вот это, наверное, единственная примета военного положения, которое нынче в Харькове. Еще 2 дня. Ну, если не считать, конечно, того, что меня на сборы резервистов вызывали, которые благополучно перенес на менее авральный по работе период, чем предновогодний. 25-го католическое Рождество. В Украине по этому поводу. А вот тебе и Дед Мороз. Выходной день. Интересно, есть вообще какие-нибудь страны в мире, где Рождество, рождение одного и того же человека празднуют дважды? К чудесам Иисуса, который по воде ходил и одним хлебом тысячи кормил, можно добавить. Это не будем смешно фоткаться, да? Рождение 6-7 января и 24-25. Декабря. Так, а вот этот сталагмитик будет очень красиво, когда начнет подсвечиваться. Зимний фонтан. Делали такое на 16-17, по-моему, год. В саду Шевченко на фонтане. И этот сталагмит еще вырастет, еще мама не горюй. В основном вширь, ну и так красиво. Наверное, сейчас на площадь Конституции можно еще посмотреть, а потом к елочке. Откроют ее 26-го. Видать, после окончания военного положения. Рошен. Ну, тоже резервисты. И 24 декабря 2018.